Сейчас в местах лишения свободы отбывают свой срок 133 подростка. И хоть они все нарушили закон, их пребывание в этих местах должно быть комфортным. Ведь они еще дети, и есть шанс направить их на путь исправления. Но сделать это можно только совместными усилиями официальных органов и общественных. Это негласное правило. Сегодня обе стороны подкрепили своими подписями. Самое такое трепетное отношение, наверное, это детство, да, а мы уже имеем, значит, несовершеннолетних, я не хочу сказать преступников, вообще боюсь это слово говорить в отношении ребятишек, ну, приступивших закон. Вот. И, допустим, мы свою, допустим, функцию мы выполняем. Вот. Ищем пути, методы, формы различные, значит, воспитательные, создаем условия содержания. Проведена колоссальная работа, направленная на создание условий для несовершеннолетних в этих учреждениях, потому что они также имеют право на охрану, здоровье, на жизнь, на образование. Пребывание в СИЗО и в местах заключения достаточно комфортно. Дети учатся, посещают кружки. Условия, как в благополучной семье, только это колония. И чтобы попасть сюда, ребенок должен серьезно нарушить закон. В основном сидят мальчики, реже сюда попадают девочки. Анастасия признается, оказалась здесь по глупости. Совершила грабеж со своими подружками, ну, большинство по глупости. Моя статья идет по-взрослому, как от 6 до 12 лет. И я сюда попала, и я поняла, что нельзя ни воровать, ни убивать, никого нельзя, ну, глупые поступки нельзя совершать, потому что за все глупые поступки отвечают здесь. В места лишения свободы подростки попадают как ежики. Иголки торчат и с трудом идут на контакт. А вот здесь важно каждому найти подход, чтобы сгладить колючую оболочку и выпустить личность, не озлобленную на весь мир. Работа не одного дня. Эта работа может занять годы, пока он начнет доверять человеку. И тут все зависит от человека, который с ним работает. Он должен быть заинтересован в этой работе. Он должен быть заинтересован в том, чтобы сгладить эти самые иголки. И тогда ребенок откроется. Воспитатели стараются максимально насытить времяпрепровождения детей. Сейчас у них, как и у всех школьников, каникулы. И поэтому программа на лето развлекательна. Военно-прикладная эстафета, кино, спартакиада. А еще несовершеннолетних впервые вывезут на море. Большинство ребят эти простые радости жизни видят в первый раз. Но задача педагогов сделать так, чтобы обратно дети в эти стены уже не вернулись. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.